Соединенные Штаты планировали создать в Симферополе биолабораторию наподобие центра имени Лугара в Грузии. Об этом сегодня сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее данным, сейчас на Украине работает более 10 американских лабораторий. Подготовка к созданию аналогичной шла и в Крыму. Специалисты местной противочумной станции постоянно ездили на обучение в Штаты, а в помещении были найдены соответствующие документы и биоматериалы. Нами были найдены подготовленные к отправке 104 пула эктопаразитов, 46 образцов внутренних органов грызунов и 105 образцов сывороток крови от людей. Эта противочумная станция перестала быть исследовательской и очаговой. Она стала только пунктом сбора материала и отправки его по грантам в Европу. В Симферополе планировалось открытие такой же лаборатории, как в Алексеевке, или аналогичной. И эта стратегическая точка, если бы на ней такой проект был реализован, создала бы дополнительные очень высокие биологические риски во всем регионе. Исследовательский центр Лугара был открыт недалеко от Тбилиси в поселке Алексеевка в 2011 году по американской программе. Недавно бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гергадзе предоставил документы, подтверждающие, что в лаборатории проводили опасные эксперименты. Не исключено, что их ставили и на людях.